Меня зовут Лариса Докторова, я журналист, живу в Брюсселе, в Петербурге, и я собираюсь в конце сентября, с 24 сентября, приехать на фестиваль в Португалию, который называется Art and Tour, и который состоится в Барселос. Это к северу от порта этот город находится. Фестиваль пользуется большим успехом, и он ежегодный, и на нем собираются многие люди, и туристы, и журналисты, и сами организаторы фестиваля, и публика приезжает не только из Португалии, но и из других европейских стран. Так что надеюсь вас всех увидеть в конце сентября в Португалии, в Барселос. До свидания.